не справилась со скоростным режимом, и навстречу шел автобус украинский, он понял, что не укладывается уже в обход. Вот, и решил тогда резко там при торможении фуру начал складывать, тем самым перекрыл встречную полосу, сам автомобиль, грузовик сместился влево. Вот, фура перекрыла движение, и Citroёn как раз угодил в эту часть. В эту часть, да. Поэтому, предварительно. Это следствие разберется, понятно. Предварительный вес. Со слух отсюда. И его уже вот откинуло, развернуло. Да. И Citroёn этот вот здесь был? Citroёn вот здесь был. Вот как раз задние колеса туда в направлении лесной полосы. Вся эта разбитая часть вот сюда, в сторону дороги. Проезжей, да, дороги.